Люди празднуют победу, весть летит во все концы. С фронта едут, едут, едут наши братья и отцы. На груди у всех медали, а у многих ордена. Где они не побывали и в какие только дали, не бросала их война. Выставка «Жить и помнить», посвященная 70-летию Победы, открылась стихами и песнями в исполнении преподавателей и учеников Дома детства и юношества «Кристалл». Музей-заповедник Абрамцев обладает без преувеличения уникальной коллекцией предметов и произведений искусства, связанных с Великой Отечественной войной. В годы войны в Абрамцево располагался госпиталь, который специализировался на лечении офицерского состава. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в семейных архивах жителей Хотьково и Абрамцево фотографии. Очень интересные фотографии, которые принесла наша сотрудница, потому что получилось так, что ее дед познакомился с ее бабушкой именно в госпитале. В 42-м году поженились, и вот так получилась еще одна хотьковская семья. Среди представленных экспонатов также фотографии участников войны, медали, удостоверения, письма и предметы быта военных лет. Не менее ценные экспонаты – фронтовые зарисовки и графические работы художников, чья жизнь так или иначе связана с Абрамцево. Среди них Борис Щербаков, Федор Булгаков и другие. Основу выставки составили произведения, выполненные художниками, которые каким-либо образом связаны с Абрамцевым, выполненные именно во время Великой Отечественной войны. Отталкивались мы от того, что эти люди либо бывали, либо жили, либо как-то духовно связаны с Абрамцевым. Поэтому получилось вот представить коллекцию музея-заповедника Великой Отечественной войны. Она небольшая, но очень интересная. Выставка «Жить и помнить» в отделе художественных ремесел музея-заповедника Абрамцева, который находится по адресу город Хотьково, улица Кооперативная, 23, продлится до конца мая. Вход для посетителей свободный. Татьяна Сташенко, Феликс Дорохов, День города.